С первого раза запустилось. Уже традиция. Я уже диспетчера задач автоматически открываю. Вдруг она зависает иногда при входе. Продолжаем, короче. Наша задача встретиться с агентом Гудменом, блядь. Вы здесь, ребята, потрясающие операции проворачиваете. Я слышал, ты работал над страданием. Ты там был, когда с гигантским лазером авария была? Ты слышал про это? Ха, да уж. У нас тут... Нормально, че? Да. Жига. В смысле, блядь? Блядь, а как они меня засекли? Иди сюда. А, вот она, блядь. Еще кто-то ко мне идет, да? Ну как придет, так и уйдет. Документ. Докладная записка Харм. Кому отдел кадров отлеет Бридзи. Ханс Мюллер третий раз за эту неделю опоздал на свою смену. Пожалуйста, положите конец немедленно. Так, а здесь ничего? А, не, броник есть. Но я пока его не буду брать, друг. Накоцует. Буду помнить, где он. Тут ничего нету. Здесь стой. Выбежали челы. Ты какой-то складец. Шкафчик. Что случилось? А он броня был. Докладная записка Харм, командоначальник Ванденбург от службы эксплуатации. Супервайзер Вагнер полностью задействовал складские помещения в районе Чебочки с горючими, направлены на склад 893. Ага. Так, а... подожди, тут дверь вот эта откроется. Подожди, а может ее взломать можно? Блять, опять залипанет клавиш ебучая, блять. Да сука, пиздец, блять. Либо поменять раскладку. Подожди, а на хуй еще можно? На твердый знак. Во, вот это не лагает вроде, блять. Не, она нихуя. Ну ладно. На нет и сюда нету. Так, вот тут у нас хранится, что мне не нравится помещение.
блядь, подкоцали. Парта, блядь. Ну, не особо-то. Ладно, армор цел, блядь. Так, здесь я по лестнице не поднимусь, вот током бьет, блядь. Понятно. Ты можешь отключить пар? Нет, без ручки клапана никак. А вот ну и где же она? Почему ее нет? Мюллер ее взял. Зачем? Пошутил. Куда же он ее дел? Не знаю. Где он? Не знаю. Здорово, найду его, сразу уволю. Но он ведь не со зла. Что написано? Да блядь. Вы видели недостающий паровой клапан. Увеличение давления ведет к опасным утечкам по всей площади. Пожалуйста, замените клапан, прежде чем я буду вынужден прибегнуть к более суровым мерам. Лейт Берзиди, бля. Вон там пар хуярит, не пройдешь, бля. Значит, клапан надо искать, бля. А, внимание, система склада 892 в настоящее время ремонтируется. Мешать систему может привести к потере напряжения. Так наоборот, мне не надо, чтобы напряжение потеряно было. Так, сюда я не ходил. Надо не пройти. Клапан надо найти, бля. Ток пропал, пропал, с ним он залез, значит. Ну, бумажки. А докладная записка Харм. Кому служба эксплуатации от начальника Вандербурга? Получил партию 37 бочек горючего на складе 893. Почему? Дайте совет. Кислотное пятно высохло, бля. Ничего нету. Блядь, ты чё хуй залезешь, блядь. Давай, блядь. Что за баги? Блядь, наконец-то, нахуй. Так, куда мне дальше, бля, по задачам? Встретиться с агентом, ну понятно. Так, где клапан найти, ебать? Так, не сюда я не пойду, отсюда я тут был. Клапан, клапан, где же клапан? Так, где-то я паровую хуйню включил, здесь, наверное, да? А, нет. Или тут. Хуя, ну на клапан искать уже. Вентик. Так, значит мне сюда. То есть он тоже где-то пар шел. О! Клапан. О, патроны. Патрон хорошо. Вставляем-с. Блин, звонит нахуй. Без звука пусть звонят. Я ебал, на неизвестные номера не отвечаю. Идем дальше. Да, вот все. А, здорово. Именно столько я сказал один час. Плевать, устраивает тебя или нет. У нас проблемы, твой друг убит. Тот самый, которого я должна была встретить за клубом. Что? Проклятие, бедняга. Там была западня. Так, надеюсь, ты не против пройтись. Похоже, нас кто-то ждет. Здесь полно плохих ребят. Да, я встретила несколько. Весьма недружелюбные. Так, не волнуйся, у меня есть план. Нам нужна диверсия. Легко сказать. Я профи, сестренка. Я поставил несколько часовых бомб.
Они отвлекут их внимание. После клуба я не хочу больше подобных ситуаций. Отлично. И когда фейерверк? Ну, есть одна проблема. Когда ты час не показывалась, я стал нервничать и отключил таймеры. Надо их активировать. Там 4 на складе. Если ты справишься с ними, я займусь остальными. Как их найти? Я прикрепил их топливным баком. Главное смотреть внимательно. Когда найдешь, поставь таймер на 11:15. Это даст нам полчаса. Потом встретимся. И не опоздай на этот раз. Постараюсь. Пошли, чё? А чё за дверь? Это отсюда я, наверное, вышел? Да. Блять, ёбаная сигнализация, нахуй, надо её вынести, нахуй. Карабин Хемта, на что за карабин? А, снайпа даже есть, прикольно. Тише, блять. Ебать, вы что творите, суки, блядь? Арморщика нету нигде? Мне бы не помешал. Новые не придут, не? Как же не придут, блядь? Придут. О-о-о. Что, есть? Что тут, нихуя? Это печально. Даже арморчика нету, блин. Дайте бронника. Не дают. Пиздец, все, я без броника, нахуй. Просто шик, блядь. Так, первый нашел. Блять, и тут нету броника. Ну. Плохо. Подожди, на эту хуйню может запрыгнуть, не? Чё? Ой, ладно, пойдем дальше. Forget about it, eh?
Да ебать, сколько вас тут, ебаные уроды. Броника нету. И шкафчики не открываются. О, хард, блин, а? О, есть база, заебись. Так у нас записка Ханка, мы начальник Ванденбург от снабжения. Не можем найти другое место для хранения бочек с горючим. Как вы знаете, супервизор Вагнер может быть самым настойчивым. Закрыто. Так, это мне надо еще там пачку заложить, да? Вторая. Третья, бля. Ясно. Так. Закрыто. Значит, туда на улицу надо найти, надо. Вот тут закрыто, да? Угу. Так, да, сохранимся. А где улица у нас? А, вот она. Никого нету. Ты можно тут пошароебиться, блядь. Вообще что-то не открывается. А вот пачка следующая, блядь, а как туда попасть? Да, тут я вижу. А тут что? А, документ. А, так у нас записка Харм. Кому снабжение? Начальник Ванденбург. Бочки с горючим на складе 893 случайно повреждены. Вследствие дождя, пожалуйста, дайте совет. Все, да? Бля, как же туда попасть-то, блядь? Она ж не допрыгнет, нихуя. А по это не перейдет? Я хотя может перейти, по идее, да? А, ненормально. Заебись. Вернуться в точку встречи. Происходило? Я не знаю. Может, ты недостаточно поспал? Думаю, да. Как приехать? Тоскуешь по дому или что? Лежишь вот так и думаешь о своей возлюбленной? Пишешь ей любовные письма? Я не знаю, может, это просто стресс. О чем ты говоришь? Стресс. Все, что тебе надо сделать, это стоять и выглядеть серьезно. Насколько это стрессово? А что, если надо кого-то подстрелить? Тогда застрели ее. Что ты понял? Да, сэр. Что это? Я не слышу тебя. Да, сэр. Хорошо, теперь убирайся и займись своим делом. Если еще хоть раз увижу меня спящим, то перережу горло и скормлю акулами. Содержит фильмы по электронному делу электроинженерному доктора Эйд Бернса. А броник, ну, не нужен.
меня есть. Так и меня обратным путем дохерачить. Обратным путем. Враги будут постоянно теперь появляться, блядь. Блядь, а какую мне сторону я забыл? Не, не сюда. Так. На картах, на картах. Двое только было, да? А куда дальше? А, сюда. Хватай сидушку, сейчас начнется. Думаю, сработает. Сработает. Черт, похоже, кто-то из охраны остался. Ну что ж, лучше, чем со всеми разбираться. Пожелай мне удачи. Удачи? Ты что, думаешь, я соглашусь с этим? Это чертовски опасно. Да ну. Конечно. Потому что я женщина. Я же тебе говорила по поводу отношения ко мне. Из тебя не получится, Жанна Д'Арк, ясно? У меня больше опыта оперативных операций. Я читала досье. Мягкость не твое свойство, да? Увидим. Тогда объясни. Да что не так? Послушай, большую часть своей жизни я попадала в места не для меня. И потом, если я попаду в беду, мне понадобится рыцарь, который в сверкающей броне придет ко мне на помощь, да? Ну, если так... Отлично, я пошла. Стой, как ты собираешься туда попасть? Нельзя же просто взойти по трапу. Что-нибудь придумаю. Что, не нравится? Чао. Да, что это? Значит, охрана кое-какая осталась, я понял. Стучу в барабан, окей? Да. Тебе какая музыка нравится? Экзотика в основном. Лес Бакстер, Сони Садази и тому подобное. Ты играла с кем-нибудь? Да нет. Сначала этой операции времени в обрез. Да, без шуток. Чего, ты что-то затеваешь? Ну, я и ребята из безопасности играем в маленьком клубе в центре. Так, ради себя, в основном импровизация. Интересно. Не хочешь прийти на следующей неделе? Да, конечно, почему бы и нет? Класс. Ты знаешь, где Кап-Кабаре? Там на Хаффенштрассе? Конечно. Отлично, тогда приходи к 9 в среду. Надеюсь, там все будет как надо? Не хотелось бы разочаровываться. Великолепно.
Отлично. Жду с нетерпением. Да заебали опять тревога. Сейчас пойду, блядь, камеру вырубил. Вроде всех уебал. Так, тут два документа сразу. Докладная записка Харм, кому начальнику Ванденбургу, снабжение. Согласно указу 97А подпункт 8, поврежденные бочки с горючей могут быть выбракованы по усмотрению начальника склада, действия соответственно. Счет фактура, кому? Гамбург воздушный контроль, товар 37, барреля и горючего, сделайте чек на фонд Финкеля. Куда, блядь? Курва, блядь. Чё, нету? Чего, хуя закоулки, блядь. Тут документ какой оставили. Куда я попал вообще? Хуя себе, блядь, через двери ебашут. Или да, хоть наверх вас лазить, блядь, а то что может пропустить что. Может там что есть полезное? А может туда и надо? Ага, правильно, хуй ты сюда попадёшь, блядь. Закрыто. Хотя можно было бы рюкзаком, в принципе, чикнуть нахуй. Значит, я шёл правильно, зря только возвращался, блядь. Так, ты задач проник на борт грузового судна. Так, это что за дверь? Не открывается, но из нее стреляли, нормально. Что за звуки? А, там я был, дверь открыта. О, броник. Нету ничего. Нет, что-то есть, подожди. По-моему, есть. Блядь, я как бы туда попасть, сука? Или мне показалось, да? По-моему, вон писулька лежит, надо как-то забрать, блядь.
Так, ряд открытой ночи кабаре Кап-Кап. Для женщин вход бесплатный. Так, это дерьмо не берется, но... Да, меня сюда надо, да? Серьезно? А, так резак надо включить. Ага, хуя. А, отмычка сломает. Отмычка сломает. Что у нас тут имеется, блядь? Чё? Не, вроде ничего нет. Голяк. Так, еще дальше. Сохранится. И что я сюда поднялся, блядь? А, ну контейнер надо. Наверное. Ну и долго ждать. Да, сохранимся нахуй. Вдруг не допрыгнул, блядь. С разгона ща на. Нормально. Процесс стелсно. Хоть... Хуя он визжит. Старосел 4 химических контейнера. Где их найти, блядь?
как они хоть выглядят, бля? Да какой чувак, бля? Где их найти, бля? Кто-то вроде здесь ходил, что ли? Ну тут вроде нету, блядь. Где можно еще посмотреть? А, вот, ну что-то нашел, бочку какую-то, да. Оно? Оно. Еще глянем. Да вроде нету больше. Газ. Бесшумно. Макол, ты там? Макол! Да-да, я здесь. Слушай, мне говорили, что в доках какие-то неприятности. Босс сказал следить за всем подозрительным. Понятно, я оставлю Стерна и Гудмансона на вахту. А, вот какая-то записка. Дорогая Герда, мы отправимся через 2 дня. Встречай меня завтра в кабаре Кап-Кап и Хаффенштрассе. 8 вечера, скучаю по тебе с любовью, Франи. Где бочки, блядь? А вот одно. Хуже ее в жизни не слышал. Ха, бывал я в подобных местах. Нет, ты не понимаешь. Я думал, что знаю, какая музыка плохая. Но да, представь, что плохая музыка — это вид искусства. Та женщина, что пела, стала бы Бетховеном плохой музыки. Да ладно. Во-первых, это была оперета, сама понимаешь. То, что делала ее отвратительной, было не только то, что она была денег абсолютно тональности, хотя и этого хватало. Она такая злая, как будто она хотела убить слушателей своим голосом. Может, так и есть? Ага. Нет, если бы ты видел ее, то понял. Она не понимает, насколько отвратительно поет. И как она выглядела? Большая, с яркими розовыми щеками, одета когда ярко. Ты шутишь? Вовсе нет. Ее зовут Инге Вагнер. Откуда ты знаешь? Она зашла на борт 1 час назад. Что? Ух ты, ты читал объявления в камбузе? Никогда их не читаю. Мы должны прийти на палубу завтра после завтрака для мотивационного концерта. Понятно, очень смешно. Ты меня правда достал? Я не шучу.
Лучше бы шутил. Мне надо убраться с корабля. Может, спрятаться где-нибудь? Думаешь, они заметят мое отсутствие? Вряд ли. Черт, я с тобой. Да, где третья бочка? Третью нашел. На какой там калаш? На 7. А очки? А очки не показано. Так, 3 нашел. Еще 4 надо. Еще надо не забыть второй этаж прошерстить, блядь. Запрыгни ты, блядь. Получайся. Да, лифт мне пока не нужен. Ебать, куда я попал? Так, там сзади, короче, еще можно пошароебиться. То бишь, вот сюда как выходишь. Здесь вот. Сюда, конечно, можно зайти. А сюда зайти можно. Так, тут я был. Тут вроде не было. Все открывается прикольно. О, там броник есть. Надо его забрать. А, ну я его находил, по идее, блядь. А так, больше тут нет ни хрена. Ну и плохо все равно. Так, на лифт надо, да, мне? Сейчас поднимемся. Тщательно, смотри, может, документация какая где валяется. Вроде нету. Так, нашел. Сфотографировать, найти мостик, сфотографировать, как раз по-русски, положить сигнал на маяк в радиорубке. И где же все найти-то, блядь? А какая дырка в стенке была, кстати. Где-то там, да. Можно в нее залезть? Тоннели, блядь. А, то бишь, можно еще здесь вылезти. Тут нельзя. А там что? Значит, я
назад пришел. Ну, короче, десятку открыл, туда мне идти. Блять, проходи. А где-то у нас было. Развилка, по-моему, здесь сюда я шел. Здесь сетку открыл. Ага. Так. И смысл, блядь. Ага. Так это у нас под что? Под резак или что? Да, бобром резаком. Так, тут там кашляет, блин. Сохранится, вдруг обстреляю, чем нахуй. Вроде нет. Так, еще один броник, блин. А что-то документов-то вообще нету. А, и вот, только вот вспомнил, вот они. Всем сотрудникам корабля, если вы проводили эксперимент по выращиванию плесени в холодильнике корабля, вы преуспели. Я вытянул два ваших прибора для спрашивания... А, выращивания из холодильника и положил в раковину. Пожалуйста, запишите ваши лабораторные результаты и уберите свое оборудование с кухни. Или я сделаю это вместо вас. Короче, наверх надо. Запер. А почему не убил? Не лезь не в свое дело, дружок. Да, сэр. Не понимаю, почему бы просто не убить ее. Ты ничего не будешь видеть, если не сделаешь, как я скажу. Немедленно. Да, сэр. Армстронг, ты где? Я требую объяснений. Чего? Генрик сказал мне, что девчонка еще жива. Похоже, ты не понял приказа. Приказа? Ха! Не надо мне указывать. Ее нужно ликвидировать. Почему ты не убил ее? Я не убью человека из моей страны без честной схватки. Девчонка просто делает свою работу. Она угроза нашей операции. Думаю, директор со мной согласится. Тогда ты убей ее. Трус. Толстуха. Пьяница. Толстуха. Меня от тебя воротит. Что это было? Взрыв. Узнай, что там. Есть, фрау Вагнер. Покинуть корабль, покинуть корабль. Он сказал, овца или корабль? Я думаю, корабль, а что? А, неважно. Можешь ловить его, толстуха. Я же убираюсь с корабля, пока он не затонул. Но операция? Груз можно заменить, но я-то один, если понятно, о чем я.
Директор будет недоволен. Тогда оставайся здесь и докажи свою преданность. В твоем клубе в женской уборной я прибью памятную доску в твою честь. Ничего не могу поделать, ведь в моем кабаре полно битников. Я хотел от них избавиться, но они как тараканы. Может, они и думают, ты играешь для них. Что-то вроде экспериментального джаза. Кретин! Хватит этой ерунды! Прочь с дороги! Ты закрыла всю переборку! Переборка закрыта! А что же делать? Без паники! Пойдем в машинный зал! Ёбаный в рот! Так, и что у меня по инвентарю, блядь? Только жига, да? Фонарик хоть есть. А тут что у нас? Блять, там боеприпасы, сука. А как туда попасть? А что, записка какая-то, блядь? Интересно. Вот она где-то в этой стороне, значит, там можно пройти. Или нельзя? Значит, не сюда. А, вот. Пришел. Ай-яй, больно же. Да ёпта, где-то хп нету нахуй. Как забрать записку ебаную, блядь? Заебись, блядь. Упал нахуй. Там бар хуярит. Давай думать что. Надо сохраниться. Куда это везет, блядь? Куда я вообще попал хоть? Я понял, а пистолет у меня хуй, значит мне надо нычку ту найти, блядь. Там боеприпас, значит там и ствол есть. Блядь, ну вот где? Это я не знаю, блядь. Значит, где-то, блядь.
Значит, назад надо идти-то. А корабль-то потихоньку тонет, блядь. Ебаный ура. Надо искать, блядь. Надо искать. Значит, где-то должен проход быть. Так, отсюда я вышел. Здесь не открывается. Ну, туда можно заплыть, да, я так понял? Или нет? Пиздец. На-ка, отойду, обновлю. Нашел, вот, проплыть можно, короче. Сохраняемся, нахуй. Быстрее, блядь. Ебать, повезло, а? Да, докуда-то добрался, блядь. Что это? А, подсказка месяца безопасности. Хорошие новости. Исследования показали, что захваченные моряки могут прожить под водой 4 дня. Если есть подача воздуха, если ваш корабль попадет в беду, просто задрайте все люки и ликвидируйте своих товарищей. Чтобы сохранить кислород, вам следует думать о спасении собственной жизни. Спасибо. Так, пистолет, отлично. Блять, и здесь не выйти, балка мешает. Мне придется обратно плыть, сохраняться нахуй. Так, куда плыть мне? А, все понял. Да давай быстрее, ё-моё. Так. Блять. Снаряжение свое нашел. Ну, хоть что-то радует. Так, сюда не надо, мне никуда. Ну все, теперь я более спокоен, потому что могу теперь морячка того замочить. Так, а, мне надо по лестнице подниматься. Вот. Так вот, прыгать. О, нормально. А что это она закрылась? Я же открывал ее вроде. Так, мне вниз, я понял. Ебать, опасно, блядь. Шкафчики не открываются. Отсюда изо всех сил. Так, а мне куда? Ебать, а воривает нахуй. А мне куда идти? Как бы нету лестницы, нихуя. Блять, вылезай ты, ёбаный в рот. Ну, вылез, да? И... Мне пизда. Пиздец, ебать, а что делать, нахуй? Охуеть, бля. Так, ладно. Далее. Быстрая загрузка. Так вот, нахуй. Ёбка, ты даже с
стены надуваются, охуеть. Да-да. Есть что полезное? Ничего нету. Да, вы просто дверь за собой закрыли, да. И все. Так, ага, тут что у нас? Хармозов, уведомляем вас, что установленный водонепроницаемый стеной сейф N2000, аж точнее, судне Харм был забран из-за обнаруженных дефектов. Все, да? Больше тут нихуя не было. Отлично. Далее. Сколько собрал артефактов? 20 из 28. Нормально. Агент Арчер, вы доказали, что являетесь несостоятельным агентом. Вы уже должны были провести успешную миссию, но, возможно, не все еще потеряно. По меньшей мере, вы поставили маяк в радиорубке, что позволит вам найти затонувшее судно. Возможно, вам стоило бы попрактиковаться в нырянии в пробной среде перед участием в этой миссии. Так. Значит. Потрясающие сигары, Карлисл. Просто чудо. Не правда ли? У меня есть личный близкий знакомый, занимающийся импортом-экспортом. Получаю их прямо из Гаваны, заботы о другом. Не возражаешь, если я закурю? После этой сигареты ты должен попробовать эту. Не кубинские, но я сомневаюсь, что ты сможешь различить их. Давай заключим пари. Очень хорошо. Великолепно. Жаль только, что здесь нет спеца для увеличения ставки. Я здесь. О, спец, хорошо, что вы здесь. Мы как раз затеяли небольшой пари. Гордон здесь ставит на то, что его некубинские сигары обманут таких закаленных знатоков, как мы. Чепуха. Правильно, правильно. Вы скоро поплатитесь за эти слова, приятели. Честно говоря, я предпочел бы выкурить их и запить этим прекрасным коньяком. Разве это не божественно? Просто великолепно. В чем дело, спец? Вы похожи на бледного клеща. Бледен как сыр. Вы хорошо себя чувствуете? Я не уверен. По пути сюда большой лысый парень с повязкой на глазу ткнул меня в ногу своим зонтиком. С тех пор я слегка не в своей тарелке. Понимаю. Какой невежливый малый. Неудивительно, что вы расстроены. Я надеюсь, он извинился. Он сказал мне оревуар и вручил лилию. Да, всем продолжим, у нас есть серия, сохраняемся.